Всем привет! Пасека с нуля, восьмое видео. Меня зовут Александр. Сегодня 1 декабря, первый день зимы. И мы сегодня переносим улья. С чем столкнулись, какой проблемой? Хотели мы на Возыку их привезти. Вот Андрей к нам подходит с ключами. Хотели перевести их на Возыку, но у нас перепахали огороды. Андрей перепахал. Андрей перепахал огороды, а пчелки остались в конце садочка. Но их все равно нужно переместить в летнюю кухню для того, чтобы они перезимовали. Почему переносим? Потому что они у нас стоят на открытой местности, и мы больше переживаем, чтобы зимой их не украли. Не то, что мы переживаем, что они перезимуют, просто переживаем, чтобы доступ к дороге с трассы очень большой, а зима, сами понимаете, темное время суток более длинное, чем летом, и люди, как правило, сидят в доме, то есть меньше движения, то есть, ну, грубо говоря, переживаем, чтобы не украли. Вот, для этого мы, для того, чтобы переносить будем, так как уже полновозику не поедем, мы вот собрали вот такой вот девайс, скоро поступит в продажу, а мы сейчас их будем испытывать. Это носилки для ульев. Сейчас мы их потестируем и покажем, как все работает. Носить нам метров где-то 50-70, и в руках будет не очень удобно, поэтому будем применять носилки. Так, собираем новый девайс, носилки для переноса ульев. Прям с цеха забрали, еще в продаже нету. Как раз нам сказали сделать испытание. Вот, сейчас соберем все как положено и протестируем их. Особенности при сборке. Вот эти вот направляющие болты зажимные должны стоять вниз, и ручки должны стоять тоже вниз. То есть сейчас покажем в работе, когда будем переносить. Так, подгоняем под наши улья. Как нам сказали, что этими носилками можно и лежаки переносить. Угу. Под крышу, понял? По крыше подгоняем, перенесем. Все, есть? Так, ну вот, вот так вот примерно работает эта штука. И понесли мы. Хорошо, все работает. Все зажалось под ног аккуратненько. Взяли. И ничего у нас не выпадает. Ну вот первый пошел. Сейчас будем выставлять наш зимовник. Паньки. Оставляем зимовать без крыши, чтобы была лучше вентиляция. Так, ну что, пошли за остальными. На проветривание. Да, на проветривание поставил. Носилки для улья в порядок работы. Собрали носилки, обязательно винтовые части вниз, болты длинной частью наружу. То есть, покажи эту сторону. То есть, вот в таком должны быть виде.
одну сторону перед тем, как перед перемурьем, выставляем по центру короткую перемычку, короткий зажим. Вместе с этим. Потом мы отпускаем и одеваем сверху улья. Подгоняем одну сторону под днище. Под днище. Видите, мы сдали самые плохие условия, когда улей стоит на земле. И вторую уже подгоняем быстренько под ваш размер. То есть подгонять только одну сторону. Зажимаем. Прижимаем немножко. Прихвачиваем, чтобы это не уехало у нас. Перемычка вторая. Вот, зажали. И теперь одновременно поднимаем. Все, перемычки зажали улей, и он уже никуда не девается. Гораздо легче носить. Нагрузки на спину вообще нету. В принципе, вы видите, мы проходим любые двери. Еще тут с прохода освободить. Проходим любые двери. Очень удобно разворачиваться. А потом мы сделаем еще, попробуем на лежаке такое испытание. Так, занесли мы наших пчелок зимовать. Еще один момент, почему заносили. Ну, сами понимаете, если им будет здесь теплее, они будут расходовать меньше кормов. Вот так вот наш зимовник первогодичный пока выглядит. Обои не поклеены. Да? Да, да. Так, носилочки прошли испытания на ура. Попробовали мы один улей в руках вынести. Спинки, я вам скажу сразу же, хотя и 30 килограмм, но по сугробах, по сугробам очень тяжело. То есть с носилками гораздо легче, спина не казенная. Вот, оставляем их зимовать. Теперь выйдем в эфир, наверное, ближе к Новому году или после Нового года. А сейчас будем завершать нашу 8-ю серию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока. Пока.